Союз общин «Средняя Шусенталь» объединяет несколько южногерманских городов. Уже не одно десятилетие они являются побратимами областного центра Брещины. Сегодня в Бресте находится делегация из Равенсбурга. За эти годы с городом удалось наладить прочные дружественные связи, реализовать немало совместных проектов. По словам председателя Брестского городского совета депутатов Николая Красовского, отношения Бреста и Равенсбурга – пример, на который можно ориентироваться при построении побратимских отношений. Оно может быть классическое, это сотрудничество, но имеет и свои особенности. А одной из этих особенностей – это все-таки практическая реализация, ну, скажем так, помощи, конкретной помощи, в первую очередь медицинским учреждениям. Мы здесь можем говорить и о первой детской поликлинике, которая не один раз получала конкретную помощь в виде оборудования, финансовую помощь. Это и наш центр «Тонус», взаимные культурные контакты, взаимные образовательные проекты, которые строят не одна школа города Бреста с Равенсбургом. Конечно, это тоже дорогого стоит. Однако в ходе сегодняшней встречи больше говорили не о том, что было, обсуждали, какие направления еще могут оказаться интересными для сотрудничества. Договорились стороны об оказании организационно-методической помощи при строительстве Брестского хосписа. Кроме того, в городе над Бугом в ближайшее время может появиться союз «Друзья Равенсбурга» по аналогии с существующей в Германии организацией «Друзья Бреста». В числе перспективных направлений и культура, как фундамент для налаживания контактов во всех сферах и отраслях. Я считаю, что важнейшее значение и большой потенциал есть у культуры, потому что это именно та сфера, где налаживаются и развиваются личные контакты, на которых, в свою очередь, держится большинство официальных проектов различной направленности. Представители белорусской стороны заверили, Брест всегда рад принимать гостей из Германии. Однако особое приглашение получила делегация на 2019 год. Город над Бугом будет праздновать большой юбилей. Германские делегаты приглашение приняли и заверили, что в гости к друзьям приедут с большим удовольствием. Если друзья приглашают на празднование большого юбилея, тысячелетия, то мы, представители Союза общин, конечно, приедем. И мы очень благодарны за приглашение и возможность находиться в Бресте сегодня и в будущем. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.